прошлом сезоне. Приятного просмотра. Слушай, а как твои родители? Не надо об этом. Хорошо. Слушай, а ты вообще думал про свою львиную охрану? Нет. А что же ты тогда делал? Я думала о тебе. Итак, нам нужно набрать команду. Нам нужен самый зоркий, самый сильный, самый быстрый. Я буду самой быстрой. Но мы это уже поняли. Прости, что отвлекаю от нашей темы, но кто будет королем и королевой, пока ты не станешь взрослой? Твои родители будут королем и королевой, пока я не стану взрослым. А, понятно. Ну так кто же будет участвовать в нашей команде? У меня есть друзья, может быть, они согласятся. Кэрри. Я не собираюсь участвовать в этом глупом детском садике. Зачем это сделано? Ведь наш прайд очень хорошо защищен от разных бандитов, потому что у нас есть и взрослые, и вообще мы очень сильны, ведь мы уже не маленькие. В общем, я не хочу участвовать. Эрик. По-моему, это пустая трата времени, тем более мы уже не малыши и очень хорошо можем себя защитить сами. Астрид. Ох, я так давно не участвовала где-либо. Я бы очень хотела участвовать в вашей команде. Пожалуйста, примите меня. Я бы могла быть самой сильной, самой зоркой, самой Хотя и не самая сильная, не самая зоркая, да и не самая храбрая. Авиан. О, ребята, мне кажется, это славная идея. Я бы вполне мог быть одним из вас. Тем более такой сильный. Физан. Конечно, я приму участие. Как я могу отказать своему лучшему другу? Тем более я тебя спас от тех гиен. По-моему, они были очень жестоки. Но зато я спас тебя. Я вполне мог бы быть самым храбрым. Тома. Шлях. Знаешь, мне немного страшно сражаться с этими врагами. Так что я, наверное, откажусь. Итак, Шульте, нам осталось найти только самого зоркого. А все остальные у нас уже есть. Больше в прайде нету, львят. Как нету? А как же нам найти тогда самого зоркого? Не знаю. Слушай, Шульте, ты только не беспокойся. Нам не придется пойти в другой прайд, чтобы найти самого зоркого. Что? Ты с ума сошел? Тебя же теперь нужно учить, как маленького котенка, что нельзя ходить в чужие прайды. Тебя же там могут понять неправильно. Ударить, обидеть, поцарапать. Подраться. Еще ты можешь как-то упасть, неловко сломать лапу, потом еще навредить саму себе, потом потеряться и не вернуться домой. Тебя могут могут унизить. К тому же убить! В общем, ты понимаешь, как я волнуюсь. Тихо, тихо. Я понимаю, но нужно успокоиться. Да, ты прав. Мне и правда нужно успокоиться. Ну так ты разрешишь мне пойти? Слушай, Шлях, я тут подумала и решила. Я, как принцесса, разрешаю тебе идти за самым зорким. Спасибо тебе, о моя принцесса. Я тоже тут подумал, может, я пойду прямо сейчас. Хорошо, иди, но только будь осторожнее. Хм.